Два ДТП с участием детей за утро. Сегодня примерно в 7:40 утра в Меленковском районе на 3-м километре автодороги Бутылице-Ново-Николаевская произошла авария с участием школьного автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса ПАС, на котором ехали дети, во время обгона по касательной задел Мерседес с полуприцепом. Грузовик двигался в попутном направлении. В результате ДТП ушибы получили трое школьников. Госпитализации им не потребовалось. До школы ученики добрались уже на попутном транспорте. В результате дорожно-транспортного происшествия трое школьников, находившихся в автобусе, получили ушибы. Остальные пассажиры автобуса не пострадали. В настоящее время по данному факту назначено проведение проверки, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла уже во Владимире. В 7:30 на пешеходном переходе около Золотых ворот 38-летний мужчина сбил ребенка 2007 года рождения. Мальчик отделался легкими ушибами и не был госпитализирован. По предварительной информации, водитель автомобиля Рено Логан 80-го года рождения при движении со стороны улицы Дворянская в сторону улицы Гагарина совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 2007 года рождения получил травму. Направлен на амбулаторное лечение.